Снегопад и метель накрыли Туркестанскую область. Не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. На трассе Шымкент-Туркестан столкнулись сразу 4 автомобиля. Один из водителей получил травму, его госпитализировали в районную больницу. Авария привела к затору. В снежном плену оказались десятки машин. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они доставили людей в пункты обогрева. Из-за бурана на территории региона пришлось перекрыть отрезок автобана Алматы-Термез-Ташкент. В такую погоду лучше сидеть в тепле, дома. Не стоит рисковать и выезжать в дальний путь до окончания метели.